Баги зарубили. Не только баги. Сколько тут тачек я перерубил, так и пути отхода не поменял свои. А там еще въезжаешь, там ебущий забор, от которого не ломается на низкой скорости. Из горы летишь в дома, многоэтажные. Или да, или так. Сейчас как раз полетим на них. Успокойся, Игорь, только успокойся. Я сейчас разгон, должен сломать забор. Носом. Наверное, нет, значит, да. Открытый. Утальцы. Многоэтажка выиграла. А, вижу, Азик перед нами, он едет или что? Он стоит. Какое направление? Дальше, дальше вообще. Мину постоянно дергаю, полил, пытается. А вон человек, по-моему, на С бежит, бежит, бежит. Отработаем с дома? Так можно остановить, да, смотри. Тут, возможно, его братки есть. На ксовке есть? Нет, вот он бежит. Кнокнул его. Ты увидишь. Граната к нам. Тут братки, братки рядом. Братки. Сразу умер. Хорошо. Меник забирался. Блин, дымует. Тут третий этот забрал мой. Ебало я. Нет, портфель. А, портфель я не брал. Да тот, тот в поле, иди лутай, пока да. Того в поле. Миник забрал? Да. Окей. Так, по-моему, удачно. Все пособирали, блин. Магазинов там личных не было. Ну, сейчас, вон, полезняшек, может, человек повезет. Еще едет спереди, что-то. С-195 едет на горе. Около Рапунцеля, по ферзя. Я в дом двухэтажный захожу, пожалуй. Еще едет УАЗ 195. Так, На гору поднимается. Под свечой чело отъезжает. Ксовки были там? Не, поэтому все плохо. На контент. Челики уезжают на СС-150. А холм. Один остановился, холм. На СЕ. Еще что-то едет. С моста едет. Сзади принимать надо. На колёвых. Вырубил. Хорошо. Там за камнями сверху еще чуваки. Ног за камнем. За... Надо добить его, блядь. Есть. Еще УАЗ, да? И в УАЗе есть. Давай взрываем УАЗ. От УАЗа. За УАЗом ползает. Все, сейчас мне пиздец достал, лута, блядь. Мне засчитали. Да-да-да, поехали на гору. Минут времени. Подожди, там. Там все трупаки, право, по-моему. Право, там еще. Где? Направление. Едет наверху на холме, на 195, там же, за деревом. Потому что мне патрон пятаков немного. Едет кто со мной? Я еду, мне надо вот тоже. Все, да все поехали. Там это, там еще типы. Там дерево, 195, которое верхнее самое. Здесь, под камнем, под УАЗом. Здесь вот полно. Бегает? Там живой тип под 195. Ты уверен? Уверен, 100%. Кто работает? Кому? Ну, блять, ответа ноль. Я не 195 дерев, говорю же. Ты ничего не говорил? Говорил. Он умер сразу. Все, лутаем, короче, все здесь трупы приехали. Тебя не было слышно, Макс. Как минимум. Ну, это баг, значит. Я все время баги, ага. Да, блядь, ты...
Выкинь это говно уже, твою мать. Бля, иксовский есть вообще здесь? Это должно быть столько этих? Тут трупов, мать твою, сколько вообще должно быть? Ни одного кса, да? Их только найти было. У дерева вот тех утонули. Газ идет. Но мы рядом с зоной, если только запитываться жесткое питание, но нет. Короче, хилки есть, а иксовок вообще нету. Гушаков нету больше? Не. Да где тут еще где-то был? Да хуя народ, человек 5, ну где-то. Около дерева того утонули вы? Да, там ничего не было. Хилками поделитесь, если что. Да. Магазин увеличенный, могу дать и компенс на снайпу. Тут где-то этот, компенс надо. Тут где-то 3 хилки лежал на чуваке. Вот на этом вроде бы. И пятерок куча. А, нет, не на этом. Наверное, вот пятерок, вот куча. Пятерок, вот куча. Где-то там 3 хилки еще скидывал на чуваке. Хилки вот здесь я скидывал, вот здесь. Вам не лезут, что ли, они? А у меня уже есть. Вот здесь хилки, вот на мне. Тут третья морда коцана в говно. Ну вот это третья морда. И 2х прицела, если надо. Магазин увеличенный на AR есть там? Нет. Не, мне на снайперку увеличенный. Тут есть на AR увеличенный магазин, третий рюкзак и... Рюкзак и есть третий. Хилки вот должны быть. И таких хватает. Внизу шли самым нам просто. Да. Что, компенсия вам не надо, что ли? У меня есть. Ой. Я забрал один. Выкинул здесь он, всякую хуйню. Ничего, ни одной пачочки не было? Что за бред? Куда по... Кса, что за бред? Короче, у меня, видимо, анимация не прогружается. А хилки? Хилок я не вижу никаких на этом крутом. Да я дам хилки, все, поехали. Были они снизу там 3 штуки. Поехали к зоне, просто минимально доедем, пока что просто на край. Сейчас я зону посмотрю. Сюда нам надо. Airdrop перед нами 150-120. Не, нахуй не нужен, если честно, сейчас. Могу 2 хилки скинуть. Давай. Сколько? 6, 1, 3. Нет, хилки, питьё, не аптеки. А, питья нету. Питья очень мало. У меня 52 энергетика. Один дал энергетика. Можем поработать отсюда сейчас, пока с края, по-моему, сорваться к тем домам. Сами решайте, как вам удобно. Без машины? Нет, на тачке, конечно. Просто пострелять мы можем по аэродропу сейчас, а... Вообще не новых сразу забей. Блин, аэродроп хорош, прям. Ну, хочешь, загоняй, мы попробуем по контролю, только тачку поближе надо подогнать, потому что назад бежать. Да, у меня есть кейсы. Ну, поляна открытая под аирдропом, никого пока... У вас подъехал! Вырубил одно. Что-то их не видно за этими деревьями ебаными, блядь. Видите их, я нет. На, сейчас подойдешь поближе, пизды получишь сюда. Вон он ползает, их кнопку-то и добивай его, Макси. Ну я его добил, потому что. Уазик на 75 остановился. На 75? Да. А чё там, поляна, что там? Нокнуть спасибо, убил. Давай наш уазик доберем. Я убил его, все, успокойся. Время. Надо уазик наш забирать, заберите кто-нибудь один уазик. О май гад, мы успеем ли? Вот я про это и говорю. Попытаюсь добежать. Голову, да? С колесами пробитыми. Ну, побежали пешком-то. Я сейчас бегу на УАЗ наш. Не знаю, успею или не успею. Ты лутаешь поле, да, чего-то? Лутайся пока. Х4 тут 2 штуки, Х8. Х4 уже есть, надо мне. В этом плане. Мне питьё, ну, интересует пока что. Питьё есть. Блядь, где мы наш УАЗик оставили? Чуть на самом холме, что ли? Я его найти не могу. Да. Что в дропе было? Что они там забрали? Не знаю, тут СКС, чувак. Дропа не вообще. А, М24. Забирай. Газ пошел, я выезжаю.
4x не надо, да? Нет. Бензина тут мало у нас в УАЗе. Умеет заправить. А питье есть еще? Дохуя питье? Да, да, питье есть. Выкинь питье тогда вот у УАЗа сейчас и заправляй его сразу. Каска у нее есть там какая-то нормальная? Третья, но может она бита тоже. Потому что я ему по каске понадавал. А где он валяется-то? За деревом, за деревом, за деревом. Третья. Где каска? Нет, каска. А, я ему сбил, значит, каску. Готово? Да. Будьте аккуратнее, подъезжаем, дома штурмуем, потому что... Хотя с таким лутом можно и от края играть. Тут же на ваше желание. У меня все хорошо получилось. Ну, в смысле, мы едем занимать дома, пиздиться за них. Но, возможно, надо покататься и посмотреть новую зону. Пока так, мимо, катайся, потом еще доедем на новые дома. Я боюсь, чтобы сейчас нам по башке не дали в этот момент, пока мы катаемся. Чисто поле, блин. Там чуть-чуть осталось. Я вижу. И по сторонам крутитесь, пока смотрите соперник. Может, тот будет спускаться откуда-то. Ну, ничего, надо вот это сюда ехать. Давай. Давай. Твою, твою точку, поставь точку ее. Поставь новую поставь, точку. Поставь. Все. Там как раз какие-то дома. Это пожарка под починками, я понял. Все, да. Если ее сможем занять, топ-1 брать надо точно. Зачем тормозить? За ангаром? За ангаром тормозить, ну-ка. Можно прям под пожарку идти. Пытаюсь. А там будет, наверное, по-другому. У них вижен на нас есть 100%. Дверь открыта. Нет никого, походу. Дверь внутри открыта. Балкон проверяю. Не видно никого на балконе. Этаж есть только последний. Соседний домах, соседний домах. Понял. Если это не вытолкнули. Нет, звук деревяшки был. Я тоже слышал что-то такое. Бедный мой FPS, блять. Куда ты? Вернись нахуй. Едет что-то. Вместе с самолетом. Вон, я видел, на 295-210 проезжал поверху. Вторая тачка. Это те, которых мы отрабатывали, не отработали. На груди, на 195. Двое. А соседний дом, видишь, болик валяется в окне. Есть мертвышник? Нет вообще. А с меня СКС, а с патроном СКС? Они, наверное, сидят в какой-то комнате, потому что я вижу болик на втором этаже в соседнем здании. Красным у нас. 30 семерок могу дать. Сейчас подбегу. На лестнице скину. Возле. Грены есть соседний дом закидать? Три. Одна. Аэрдроп у нас во дворе упал прямо. В стороне ангара 30 дней. Чуваки в упоре у нас. А, вижу, вижу, у этого ангара. Там два, два. За аэроп. Один ангар, да. В ангар грены дают. Там две команды. Там две команды за ангаром у нас. Там один за ангаром, еще за дропом нокнутый. Его убили уже. Нет, он я один забежал. 120 бежит, тип. Не вижу. 120 прям? Да, в котлован упал этот, в траншею. Понял, понял, понял. Заер выбежал, чел. Кнокнул, еще один за аэром. Один кнокнутый за аэром, один в ангаре. По нему, по моему кнокнутому работают, блять, убили его. С поля стреляют откуда-то, по-моему. Так, еще один в ангаре, чел, как минимум. Откуда стреляют? 120 СЕ. Че там у него? Крути дерево, что камень. Траншея. Видел? Там кнопнутый один ползает.
Убил его. А, у них кто путы был? Кто так... путы был? Чел 15.30, чел 15.30, башка торчит. Кнопнул, 15.30 кнопнул. За холмом. 1.60 на холме прям. За ангаром у нас вдалеке 15.30 холмик и один там кнопнул. 1.60 холмик наверху. Ой, кнопнул чувака на 105-120. Дорогу перебегал. Их пиздец сейчас кругом вообще валом, блять. Еще один бежит. Попал у него, 105-120. Там что, дома против? Там вышка. На фургоном который, да? Да, да. Один кнокнутый, один с попаданием. Он прям за вышкой лево. Видел. За ферзем, да, злодей? Да, да. За лестницей. Да, да, да. Блять, у нас сейчас в бочине пидорасы, блядь. И слева, и справа, и что-то. Это рисковый, да. Видел. Попал два раза. Ну, кто его подняли, походу. Перебегает еще раз. Под вышку перебежал. Блин. Один за туалет убежал, да я. Вверху на вышке один. Ебало дал. Двое вверху на вышке. Вверху на, на крыше? На Гарри Поттере? Да. Одного кнопнул из них. Они сейчас в газу скоро будут или не будут. На 105-120 вышка такая. Синий низ, белый верх, где тачка стоит, дача. Колеса отрабатываю по даче. Еще с боков у нас у ангара два типа. Которые за лоу-граундами. Сука, их газ не накроет никак сегодня там. Вот накрыл. Сейчас они будут выходить с Гарри Поттера контролем. Пока тачку их работаю. Там у нас что-то они не выходят, они на сбок вышли задним ходом, что не пойму. Ну, за пределами игровой зоны вон написано было. На тылы надо смотреть еще, блять, полянки. А что принципе вообще у нас есть? Я знал, что 15.30 НЕ. Я видел одного типа на 60. Мангари еще люди. 30 НЕ, ангар просто один, надо, и другой надо, с ангаром. Надо аккуратнее, короче, НЕ близко, потому что раши пойдут. И соседи у нас еще в доме. Не факт. А их не видели? Ну, мы слышали, слышали только, и да. Все. Но, возможно, это показалось. Короче, смотри, вот тот тут у меня Макс. На 30, посмотри, 15-30, видишь, там холмики. Чувак перебегает, Н, сзади нас. Н-345. Тут ой. Дерево мешает. Один перебегал, я видел. Только начал, хотел про него говорить, и он перебегал. Он под камнями будет сидеть. Дверь мы открываем? Да, да. Я. Опа. Вот стреляет. Я вижу вас за машиной. Попал на него. Ну я пока у меня вижу, но на него нет. Их двое там. В одного еще попал. Я не попал. Попал второй раз на него. Да как они не падают? У тебя АВМ или М24? М24. Ну я их не вижу, отсюда вижу, но у них нет. Дал три пули за машиной. 345 дал две пули еще, типа. 345 камень один уже. Камень да, ближе, да, который? Да, да, блин, стреляешь. Кнокнул на дороге. Я, убил этого кнокнутого. Еще не убегаешь, да? Левее, правее берет, я не пойму. В камень ближний, 345. Понял. На голову. А кто съемку там поливал, слышал? В камнях, да. Да, камни на ближние. Так, против нас 6 человек еще. Короче, ближняя вот эта серия камней, которая здоровая, но именно в назад. Посмотри зону. А вот этот маленький, который на 340. Я убил. Убил его там. Окей. Посмотри зону какая и сколько человек живых? 6. Да. А зона пиздюшечная, они где-то лежат, блядь, глазами надо смотреть. За камнями, походу. Там отработали за камнями кого-то. Дым один, бросает. Один у нас прям. У нас ползает с крыши, можно посмотреть? Я его от третьего лица вижу, не могу стрелять. Прям у нас, Н. Он близко к дому подползает. А, я вижу, вижу. Прям уже подполз. Я не могу по нему стрелять, да? Сейчас попробую отработать. Я его добиваю, короче. Я убил кого-то. Дымы разбрасывают с 330 площадь в дыму. Надо чекать. Я в окно смотрю.
Дымы хорошие, не вижу никого. Да, дымы очень хорошо. Неужели у нас есть соседи, которые так бесшумно сидят, блядь? Ну спокойно могут. Еще дымы пошли. Мне кажется, они за камнями где-то сидят и разбрасываются камней. Фейковый, да, типа? Да. Но пойду с правой стороны. Вижу челика. Управление. Я убиваю его сразу. Он был 255. Полз. С камня пробегает Хандаров. Хандаров пробежал один. Ну ангар-то не в зоне. А, часть ангара в зоне, да. Один прям за ангаром сейчас будет. Просто кустов я ебал. Он справа, слева. А уже за ангаром полностью. Он вот с камней перебежал за ангары. Наверное, это тот, который кидал смотри. Я просто так проверял. Как лошадь засел. Ну бля, если он от ангара, то кто с лошадь стреляет? Они за ангаром стреляют. А, в ангаре, видишь. Перебегал чел к ангару. У домов к ангару перебегал. В ангаре убили. Гранат нету, блядь, да? Слева в ангаре. Ты их там 20. Гранат нет в ангар? Нет. Осталось край, сука. Сейчас зона у нас. Да, я сейчас пока пробегу, по крышу почекаю. Три врага, аккуратнее. Да? Один в ангаре точно. Один, да, слева. В ангаре. Я, короче, чекаю ангар, чекайте другие стороны, если есть возможность. Ангар контролирую. Я тогда пополз чуть дальше. Скрина, но ждем снова. По-моему, я заметил врага. За деревом сейчас чекну. Лайра. Так, один В, другой 30 Н. Поднять меня, быстро. Быстро поднять меня. Один В дерево, другой Н. Кнопку одного. Поднимай. Поднимай. Короче, один дерево на Н. Хотя бы вот здесь. Да, сейчас. А ласт это? Ласт пол. Ну, сейчас запить. Он заходит к нам. Забежал. За машиной. Ты поднял отца? Да. Он уже у нас, давай. Да. Хорош. Ну вот другой базар, когда зона на нас и все пошло. Кто сколько его сделал? Сколько зона здесь и 8. Дом хороший. Восемь. Вот тоже шестерых. Нормально поубивали хотя бы.